Я Олег Романович Сидорчук, президент Латвийской ассоциации кикбоксинга. Вкратце я хочу рассказать немножко об истории развития кикбоксинга в Латвии и о тех бойцах, которые составляют сборную Латвии по кикбоксингу. В 1989 году был образован первый клуб кикбоксинга в Латвии. Затем была образована Федерация кикбоксинга в Латвии, которая потом преобразовалась в 1993 году в Латвийскую ассоциацию кикбоксинга. Вот уже на протяжении 10 лет, с 89 года, ну практически почти 10 лет, сборная Латвии показывает одни из лучших результатов в мире. Об этом свидетельствуют те победы, которые ребята постоянно, из года в год, привозят с чемпионатов мира и Европы. Первые победы начались в сборной Латвии с 1992 года. Тогда, именно в 1992 году, впервые ассоциация столкнулась с профессионалами и работой профессионалов из Голландии. Для нас, мы впервые для себя открыли новую работу, как лоу-кик, кикбоксинге и тайский бокс с ограничением правил. Что хотелось бы отметить. За это время очень много выросло воспитанников именно латвийской школы кикбоксинга. Это такие, я назову ряд фамилий, которые, наверное, вам всем известны. Это Юрий Тамкович, чемпион мира в профессионалах. Владимир Тамкович, серебряный призер чемпионата Европы. Вадим Гаврилов, бронзовый призер чемпионата Европы. Сергей Кирпиков, серебряный призер чемпионата мира в Атлантик-Сити. А также Роман Даблинш. Роман Даблинш дважды показывал хороший результат на протяжении вот последнего времени. Это бронза, завоеванная в крупнейшем чемпионате мира в Гданьске в 1997 году, а также последнее выступление в Ливерпузене в разделе «Фулл контакт». Также была завоевана бронза Романом в открытом чемпионате Европы. Где бы Роман ни участвовал, везде он показывал хорошие результаты. Всегда он был в тройке лучших. С самого первого движения, когда Роман появился в сборной Латвии по кикбоксингу, было замечено, как говорится, трудолюбие, настойчивость. Роман универсальный боец. Он работает как в тайском боксе, как в кикбоксинге фулл и лоу-кик. Так он работает и в других видах, таких как французский бокс, где Роман показал неплохой результат. Это было, по-моему, в прошлом году на матчевой встрече сборной Франции, родоначальников французского бокса, с странами Скандинавии в Швеции, где Роман выиграл у чемпиона, что немаловажно, Роман выиграл у чемпиона Франции и чемпиона Европы по французскому боксу. В этой кассете вы увидите яркий пример того, над чем работает Латвийская ассоциация кикбоксинга в данное время. Вы увидите бои Романа, которые показывают, как ребята всесторонне подготовлены в Латвийской ассоциации кикбоксинга. Профессионалы поймут, увидев кассету, класс этого бойца, его подготовку. Никогда не менял свои взгляды, всегда целеустремленно двигался к своей цели, к своей спортивной цели. Тому вот последние его достижения. Yeah!
Thank you.
Ah!
Everybody
Thank you.
Blow up the mirror!
Ну и спорт.